четверг, 6 февраля 1914 года, в окружном суде на Алексеевской площади слушалось дело художника Крюкова. Народа в зале заседаний собралось немного, что было совсем неудивительно. Вот если бы судили насильника или громилу, другое дело. А с художника что взять? Так, смех один, да и только. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».